Самые классные штуки на лето, украшения. Что же это может быть? В моде по-прежнему яркие колье, жемчуг и серьги. Акцентные колье очень классно смотрятся с любой одеждой, с шортами, с летним сарафаном, со всем. И представитель таких акцентных колье, вот у нас, это колье-пирамидка из перламутра и лунного камня и циркона. Все это на кожаном шнуре, кожаном гайтане. Смотрится классно, и сами понимаете, перламутр, лето, ракушки, это все, что доктор прописал для летнего классного лука. Дальше серьги. Серьги могут быть яркие, большие, крупные. Вот они, золото с голубоватым камнем. Очень здорово на загорелой коже. То есть какие-то яркие серьги или серьги-кисти, или серьги с жемчугом. Ну, здесь хлопковый жемчуг представлен. Про хлопковый жемчуг есть отдельное видео, можете посмотреть. Дальше всевозможные чокеры. Вот чокер тоже с бусиной хлопкового жемчуга, крупные 2 сантиметра. Вот, есть еще вот такое цветное колье. Чем хороши цветные колье? То, что они добавляют очень много света, они здорово играют на солнце. Здесь просто как морские блики, зеленый, голубой. В общем, они прямо летнее какое-то настроение в себе несут, поэтому разноцветные бусы и всякие длинные сатуары, это то, что на лето тоже будет очень классно. Можете смело находить такое и покупать. А еще стоит сказать отдельно про броши. Броши в этом сезоне тоже очень в моде. Вот, например, такой летний мотив. Красные паруса, кораблик, человечек со стразами. Южнокорейское производство. Это тоже с эмалью, стразами, цирконами и всеми делами. Броши модны. И до такой степени, что даже их располагают группами. Жуки, бабочки и всякие вот эти вот насекомые. Они, например, хорошо вполне могут располагаться на одном пиджачке целой группкой. Ну и нужно обязательно, конечно, сказать про вот такие вот чокеры под шею с солитер, так называемые, с маленькой подвесочкой в виде камушка. Бывают разных цветов, и голубенькие, и розовенькие, и в золоте, и в серебре. Но вот такие подвески с одиночные, которые так блестит на шее на леске, они тоже очень вообще сейчас популярны. И их может быть много, несколько, то есть оно не сильно привлекает все внимание, поэтому хорошо. То есть не то, что оно как раз привлекает внимание, просто оно не нагружает ваш образ. И в дополнение к ним можно носить, например, вот можно вот так вот всей этой компании, например, носить на шее. То есть и вот этот у нас солитер, и вот этот, и вот этот. И все вместе получится очень классно. Ну, с этим, в принципе, тоже можно. Вот так. Это будет. Поэтому вот такая многослойность, она приветствуется и очень классно выглядит. И, конечно, стоит еще отдельно сказать про всевозможные цепочки. Чем их больше, тем сейчас лучше. Это все очень будет в тему. Поэтому вот такой небольшой обзор для вас. Будьте красивыми, готовьтесь к лету. Всех с первым летним днем!